Уран и Сатурн, управляющие знаком Водолея, делают их натуру двойственной и противоречивой. Этот знак дает себе много противоположных черт и качеств, удачно сочетая их в нужной ситуации. Какие именно сюрпризы скрывает Водолей, находящийся под покровительством воздуха, сейчас я вам все расскажу. С 21 января по 19 февраля рождаются люди, являющиеся одновременно романтиками и реалистами. Они способны мечтать, планировать, не теряя почву под ногами. Водолеи – это всегда новаторы, индивидуалисты. Они никогда не следуют за большинством, выбирая свой, исключительный путь. В идеях намного опережает любого. Обладают блестящим умом, поэтому способны построить себе карьеру там, где требуют нестандартное мышление и дальновидные инновационные решения. Ранимые водолеи не прощают нанесенных им обид. Люди стихии воздух очень любят общество, нуждаясь в нем. Водолеи склонны самовыражаться через необычные идеи, нестандартный внешний вид. Это люди, не имеющие определенной предрассудки. Такой знак пытается ломать устоявшиеся убеждения и терпеть не может стереотипы, нарочно бросает вызов обществу. Водолеи, как и сам воздух, способны менять свое направление из-за душевных порывов. Они непостоянны и в отношениях, однако, если увлекаются, то способны на отчаянные и широкие жесты. Любят свободу, не способны ограничивать себя в чем-либо, предпочитая идти на поводу своих желаний. Водолеи обожают оригинальность во всем, комфорт, материальные блага, но для достижения последнего зачастую им не хватает усидчивости и целеустремленности. В дружбе водолеи надежные друзья, в любви им же не хватает постоянства, могут легко увлекаться и быстро остывать. Характер январских водолеев тяжелее, чем у февральских. Будучи ближе к козерогам, они более замкнуты, с трудом идут на контакт с малознакомыми людьми. Февральские же водолеи, напротив, находят общий язык с полуслова.